традиционное испанское сочетание. Чуть солоноватый вкус вяленого мяса и медовая дыня. Но это еще не все. Отрезаем несколько ломтиков хлеба, сбрызгиваем оливковым маслом и выкладываем нежный сыр бри или камамбер. Отправляем в духовку. Только представьте этот горячий хрустящий тост. Красиво выкладываем сыровяленую грудку индейки и режем медовую сладкую дынь. Например, тонкими слайсами или треугольничками. Обязательно добавьте несколько листиков базилика и мед.